Я не успеваю за ними. Что зря? Я не воин. Я не могу кастовать. Поэтому это не зря. С моей нулевой регенерацией. Это нормальное решение. Талисман беса. Бриллиант. Посидел бы два хода, экспы бы не получил. Тоже не вариант. Понимаете, чем быстрее я этих демонов вынесу, тем мне проще будет. Мне вообще надо шпиона заслать. Просто такое кладбище. Они действуют, значит, там нету гаргулей. Видите, два зелья исцеления забрал. Так я вижу. Так проблема не в золоте. Если бы я вот эту вот точку сверху на карте не вынес быстро, они меня заспамили просто демонами до смерти. Вообще не вариант. Надо побыстрее бы апнуть. Два стрелка. Там два стрелка. Там два таких жестких Робин Гуда. Еще рыцарь империи. Удаляй. Так. Угу. Остановиться. Утро будет править миром. Да, конечно, утро будет править миром. Блин. А, там пару лучников только. Там осталось, по-моему, 4 демона всего. Yes,
Жесткие у этих ребят демоны. О, урод! Я ждал чего-то подобного. Так. У меня появилась такая замечательная возможность. Засылать к нему шпиона. Нельзя. Не использовать. Своя горгулья. Ворк сейчас... Ворк сейчас отправим учить рынок. О, эликсир мощи титана. Лол. Что, он мне офигенно поможет? 7 ДПС. Эликсир мощи титана. Самое нужное для мага. Все, молох апнулся, этот апнулся, блин. Все апнулись. Бред. На денег ни черта нету. Фух, я бы на месте компа сюда вообще не ссывался. А, он орку убил квестового. Урод. Так, я ж не ожидал. Короче, есть орк, которого надо привести к своим. Это за это дает ништяк. Я, конечно, все понимаю, но откуда у них там такие лимиты бешеные? Я просто уже заколебался, я столько наубивал, что... Это пипец.
Посох я не продам, потому что там посох на деф. У меня демонолог уже апнулся. Сейчас этот апнется. Ладно, апнем этого демонолога сначала. Они хоть полезны. Инкубы хоть полезны довольно быстро. Там уже они тоже убивали. Сейчас два инкуба уже в армии будет. Угу. Свои изменения? Конечно, блин. С паладином проблема. О, это я ложанулся, конечно. Короче, надо идти, отхиливаться. Не знаю, что тут делать. Потому что, ну, это жесть. Куба на задний ставить. Отпаивать этого. Я боюсь, что инкуб не выдержит просто. Тычку. Если, сказать, магия сверху прилетит и убьет меня. О, да! А вот и он. А вот и главная садюга. Интересно, он у меня в замке нападет, не? Успея рыцаря апнуть адского. Нет, уже не успею. Явно. Что мне посох поставили? О!
А зачем я убегать стал, а? Же бред. Я ж только что бред сделал, а? Я ж только что бред сделал. Ёшки, да он уровень понижает. А, клинок тварей, вот что у него было. Вам повезло, в этот раз вы сумели скользнуть моего гнева, демоны. Но меня не уничтожить так просто. Угу, он сбежал. И все же мы победили. Господи. Предательство... Предательство Утера не могло остаться безнаказанным. Его действия подтвердили, что ритуалы 10 лет назад хотя бы частично достигли успеха. Часть души Бетрезена оказалась в теле Утера. И ни один мальчик не смог бы проявить столько коварства, не черпая вдохновения из преисподней. Это объясняло многое. А вот сейчас Утер, кстати. О, да, клинок тварей. Вот это имба началась. Сейчас будет весело, кстати, очень. Зловещее видение адским священникам. Видели они, будто ослаб Бетрезен. Утер медленно уничтожал его сущность, и нечестивый их лорд уже стоял на краю гибели. Оставшиеся легионы объединились в попытке разрушить телесную оболочку просыпающегося бога. Утер уже захватил часть империи, и когорты демонов до сих пор подчинялись ему. Близилась отчаянная битва, и казалось, что всех сил еще верных Бетрезену легионов не хватит, чтобы одолеть противника. И Астарот стоял рядом с юным демоном, готовый жизнью своей защищать Утера, нового властителя адских пределов. Убить демона Утера и защитить адские врата. Во, сейчас будет весело. Защита от земли. Орлиный глаз. Сила талисманов. Точность. Вот точно здесь будет неплохо заходить. Хотя, естественно, лечение тоже неплохо. А, защита, сила. Сила, точность. Блин, я не знаю даже, что брать. Защита от земли. Тоже хорошая штука. В том плане, что... Есть всего два типа магии. Это магия земли, атакующая, и магия разума. Я не знаю. Да вообще там 100% точность, по-моему. Силу брать. Я просто не уверен, что сила-то мне особо здесь поможет. Ну, пускай будет сила. Я вас предупредил. Вы бросаете мне вызов последний раз. Ваше присутствие здесь — оскорбление мне и всем силам ада. Ну что ж, хорошо. Ты не наш господин. Бетрезен придет нам на помощь. Да, конечно. Глупцы.
Вы не понимаете, что сила Битризена скоро станет моей. Господин, перед нами открылся адский разлом. Мы должны защитить его от когтей демона Утора. Битризен отправит через разлом помощь. Он открыл его. Угу, понятно, короче. Вот, сейчас будет весело. Так вот. Ну, сила-то особо меня не апнула. 120 DPS со сплэшем. Ну, я бы не сказал, что это очень много. По-моему, уже восьмая миссия за демонов, не странно. А за людей было всего 6. Я не помню. Угу. А, ну то есть мне каскового разлома, да, прорываться? Интересненько. Ну пойдемте, что ли. Потихоньку. Как? Как, извини меня? Ну окей. Обычно я бы сейчас рестартанул, но ладно. Вроде не должно было хватить ДПСа. Инквизитора, да, я в курсе. Угу, уничтожат вас. Новый император. Правда ли это или только слухи? Ну, конечно. Конечно, только слухи. Так. Ксир. Виверна, хромовник. Делаем вот так. И сносим. Ему к разуму. Ну, вообще на самом деле там спорный вопрос. Если найти ему к разуму, то... Блин, надо было этого атаковать. Самые слабые. Не поглотил. И станет правителем ада. Угу. Конечно. Похоже, нежить вступила в союз с Утором. Если мы хотим одержать победу над нашим врагом, мы должны уничтожить их тоже. Блин. Это-то я понимаю. Он работает на магии OA режиме, просто шанс срабатывания его, ну, почти нулевой. Так же, как и паралич, так же, как и прочая фигня. Они все работают, просто шанс, что не сработают, крайне низок.
Так я знаю, что мне к разлому надо. Я не помню, что будет, если я пойду к разлому. Явно ничего хорошего. Персерк без хпшек. Конечно. Какие же святотатства ты увидел? Ядрить! Тиамат! Так руины-то снести можно. Проблема ведь не в руинах. Проблема в том, что я пока не могу призвать адскую гончую. Я не знаю, кто в руинах. А слепо нападать на руины — это плохая идея. Ну, вот видите, я же говорил, слепо нападать на руины — это плохая идея. Как бы руины, может, хорошие, но я в ноль сыграю. Из-за того, что там есть один ассасин. Тиамат, блин. Тиамат, кстати, тоже хорошая штука. Персеркеры, два чародея. Ведьма. Вот эти руины вполне по мне. Ой. Ой. Фейл. Не, я, конечно, выиграл, но это фейл. Триста монет. Ну, просто на ровном месте отдал. Надо было в деф ставить. Фух. Че мне делать? Ну ладно, фиг с ним. Допустим, с берсом я найду, что делать. Окей. Нет союзников. Угу. Ну, в принципе, ладно. Насчет берса я могу свапнуться с кем-нибудь. Тиамант. Тиаманта я не убью. В принципе, в руины я могу сходить один. Кто там? Вот нет, тут еще 20 от города. Блин. Господи, у меня еще воскрешалки нету.
Проще сделать так. Четыреста двадцать. Вполне, кстати, я могу набрать 420. Окей. Угу. Мертвому богу. Тризен слабеет. Да это я видел, мне все равно надо сидеть и хиляться в замке. Эликсир. Неплохо. Зря угол не исследовал сначала. В смысле бездна? Ты о чем? Бессмысленно сидеть мне на одном месте. Надо идти вырываться. Опа. Тоже интересно. Жезл хороший. Два урка. Так ты что, что она не там? Я не могу себе позволить просто ничего другого. Бездна внизу, я в курсе. Ну, судя по всему, она. Ох, хитрить. Один промах, и я не жилец.
Хотя, если подумать, в принципе, я выживу. Даже если я пропущу один. ТПС. Ну я понял, что я медуз махнул. Поэтому я, в принципе, и напал туда. 400 золота. Каменный предок. Хороший спел. Так, мы получили золото. Получили золото. Ну, так-то сейчас демонологов надо апать. Потом демона. Там уже смотреть, что будет. Ай, блин, я не сходил. Ты бестолочь, а. Ну, как бы я и собрался демона сейчас прокинуться. Надо сливать вот этих втыкателей. Окей. Ваш Утер очень нам помог. Он уничтожит вас от имени... Ага, понятно. Предложение — это то, чего не добивались. Угу. Против нас. Понятно. Стоп, а разве... Утер не... Точнее, аддедам не нужна была, не нужно было сердце Утера. Я что-то путаю. Не, я не отдам, я не дам ни одному же втыкателю пройти здесь. Даже не пытайтесь. Так. Угу, тут обелиск. Значит, есть портал. На следующий ход апгрейдим демона. Да. Примем. Объединим усилия. Потом, по крайней мере, временно. Лучше поставить сначала эту. Как
Как он не поймет? Не дам я ему ничего сделать. Дракон смерти. Болезненно вообще-то будет пробивать его. Воу-воу-воу. Вот что там вообще все плохо. Окей. Там 800, по-моему, на демона. Мы много странствовали, наконец нашли разлом. Никто не должен приближаться к этим вратам. Слишком много наверняка захотят уничтожить их. Мы должны защитить их любой ценой. Да, если хотя бы один вражеский воин войдет в разлом, для легиона все будет потеряно. Угу. И чё? По-моему, я только что сам подписался под GG, не? После этого хода купим. Деньги позволяют. Все равно ему еще не скоро левелапаться. Там дракон смерти, блин. У нас есть. А чё толку? Сколько у вампира инициатива? Кто знает? Там не так много. ДПС у него 60. Если атакует первым, первый атаковал. Ну все, это тлен. Что, вампира я не убью. А нет, пил. Ух, вот это левелап от бога. Это просто левелап от бога. Блин. А вот это было моей ошибкой. Ну и ладно. В принципе, того стоило. Может, клинок-то продать? Особо толку-то нету. Сейчас, кстати, вот эту вот столицу можем, точнее не столицу, а город можем снести. Ну, тут виверны и два оккультиста. Как бы удаляй. Эликсир жизни, защиты, точности. А там дракон. Реса сейчас бесполезно. Иммунитет.
Иммунитет к чему? Блин, убил все-таки. Ну ладно. Угу. Калиан, разве это не бог эльфов? Ну да, 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 я помню. Что-нибудь пытаться сделать. Сидим один ход. И резаем всех хпшку. Но мы так агрессивно нежить просто снесли. Если честно. Просто повезло то, что андеды затупили. Дикое. Но я же говорю, что клинок работает. Он всегда работал, то есть просто шанс очень маленький. Его срабатывание. Странно, что иммунитет как бы клинку. Что клинок, по-моему, магия разума так-то считается. Верховный вампир. Не то, что это очень противно. Это очень противно. Очень противные ребята. Носферату, который дамажит 30-40. То есть как бы вампир ты верховный, это не проблема. Нет, у меня денег нету пока. Так что иди ты лесом. Так, Носферату и... Твари! Ху! Демонолог! Что? О, господи, что это за бред? Что у него составом армии? Я думаю, что смысла сейчас его бить нету. Проще всем в деф... А. Тогда надо его бить. Только я опять чертовски побитый. Фу. Сейчас это нападет, я могу откинуться.
очень неприятно. Что там империя вообще дофигища всего захватила, я смотрю. То, что Верховный Вампир решает, это... Да, конечно, но... Опять же, тут... Чё мне сделаешь? А, ну тут Империя уже обосновалась. Ну, вообще офигенно. В каком DLC? О, по-моему, в Гвардии Света. Есть такая миссия, насколько я помню. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Конечно, офигенно. По-моему, тварь меня убьет. Честно говоря, не помню я. Такая фигня была. Что-то бешеная какая-то карта. Сейчас ход постою, и можно будет напасть на эту дуру. Если повезет, я ее убью. Инициатива 50. А ДПС какой? Знает, я вот так просто поставил. Мало ли чё. Да вообще, от нифиг делать стоит, по факту. А может нет, нифиг делать. Серьезно? Свиток дождя? Вот это интересно. Пять неприятно. Я просто не помню юнитов андедов. Что, наверное, сделаем следующим образом.
Ну, 83. Да, 83. Не 50. Это я не зря сделал. Что, его быстро вынес? Опасный парниша. Мог доставить не кучу проблем. Угу, там еще, кстати, один замок. Вообще надо андедов первыми выносить на этой карте, потому что они ближе всего к вратам и могут натворить дел с вратами. Интересно. То есть, в принципе, дракон Рока 50 ДПС. Неприятно. Но жить можно. 50. Ну, у меня инициатива плохая, поэтому там еще долбанут. Ну, я долбанул 100 с лишним. Ладно, это вынесем тогда. По-хорошему надо здесь вот этого чувака поставить. Ну, туда уже не пойти. Если бы конечно и самка вышел. Была бы довольно легкая победа. Он не выходит из замка. Что, будем выкуривать? Не левел апнется, так что можно спокойно два раза сливаться. Самое обидное, что я сейчас могу некромантов слить. Точнее, пиромантов, которые стоят сзади. Вот очень неприятно. А, не, не солью, все, все шикарно. О, понижение уровня. Фу! А вы говорили, не работает на сплэше. Все работает, все шикарно работает.
Вообще, изи победа. Даже Утор не сможет справиться с ним. Ну да, конечно. Отдыхаем в замке ход. Тоже надо бы в замке отдохнуть. У меня там скоро... Да, очень скоро первый инкуб. Кстати, мне как раз на него хватает. А вот эту вот штуку, кстати, можно обворовать. Она близко к городу стоит. Очень удобно. Отлично. Нашей маны у нас уже довольно много. Но андетов мы очень сильно поджали. Был быстрый. Опа, 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 опа. Что это такое? Так, ты ничего не попутал, не? Обещали немного на Сферату бегать, наверное. Еще у них все деньги забрал. Отпаиваем. Тут кто? Разграбленные. Сюда так и не решился сходить. И вот сюда сейчас можем сходить, в принципе. Селенок у нас хватит. Однозначно пробить. Кто тут? По-моему, Гаргулья. Окей. Бегите, я был с вами великодушен. Угу. Должен сопротивляться, повелитель. Да, да, да. И сильная армия. А я балерина, блин. Так. Что-то я вообще не вижу здесь ничего. Так, ничего полезного для меня. И сейчас золотую шахту отработаем. Демон, ну, по идее, должен пережить вот этих гаргулей. С гаргулями проблематично будет. Угу. Сколько, говорите, у него инициативы? Если у него 20 инициативы... О, не, мы его ушатаем. 495. А вообще не очень. Кстати, андеды уже скоро, скажем так, улетят с карты.
Обидно. Он ваншотит моих магов, а я ваншотаю его. Чтобы вот игра на равных. Главное, чтобы сейчас этот не промазал. Все. Вот что и требовалось доказать. Совсем ведь немного для счастья надо. Навтыкал же зловтыкателем по полной программе. Честно, я не вижу резона с ними сражаться. Я сомневаюсь, что у тебя больше сотни хпшки, точнее 150 хп. Считай, что у тебя Носферату в армии. Я обожаю это, просто два раза нюкаешь и ни чувака нету. Опа. Что, золотая шахта была? Ты что там сверху? Так, ну одну демонессу отправим туда. Еще одну наймем. Таким сюда. Что это такое? Руины не исследованы. А вот и воин-призрак, о котором я говорил. Самый имба из имбы. Бах! И паралич. А, он убил. 50 инициативы. Туда мне рановато суваться. Воина-призрака я потому что не убью. Нет, воина-призрака я убью, но проблема немного в другом. Меня одного убьют. Сейчас отрегенимся и пойдем нападем. Так, я не знаю, что он там задумал. Так, ты в топку. А у меня перма-окаменение на пожизненное. То есть, как бы, я все равно выигрываю.
что бы вы ни говорили. Так. Просто главное успеть моего мужика в деф поставить. Остальное не страшно. Деф. Значит, просто его убьют. Ну, сейчас этого будет бить. Во! Серьезно, я чуть молу сделал. Если честно, а че я молот сделал? Промах! Знатно промахнулся. Блин. Чувак, конечно, знатно промахнулся. Сфера Верховного Вампира. Хороший арт. Очень хороший арт. И получил я его, кстати, довольно рано. Ну, относительно рано. Там оборотни. Я уже все исследовал. Что? Грейдим тогда рыцарей. Ада и... Вперед! Скоро будем брать нежить. Молоха сильно очень пробили. В принципе, на кого-то мелкого напасть. Сейчас ход, наверное, подождем и нападем на горгулей. Только выучить адские муки. Хотя, по-моему, без адских мук могли бы затащить нормально. Не такой уж он и сильный. 350 золота вход, кстати. Доход офигенный просто. Мало ли. И сверху можно чем-нибудь вот таким долбануть. Убили. Печаль. За нами быстроты. Инициатива 10%. Ну, полезная штука. Очень полезная штука, когда тебе надо с вот хоть убей сходить первым. А, ну по факту так-то я уже столицу андедов могу снести. Самое забавное.
Можем столицу прямо сейчас вынести. И не париться. Где-то нашел скилл на 33% увеличения защиты. Где фиг ОП? Не знаю. Так иди стаси. Но мне надо где-то манну-рун найти. Как только найду, сразу пойду. Неприятное в лицо получил. Лагерь наемников. Неплохо. Это инструктор. Ничего так, кстати. Не нужен он мне уже. Естественно, регенерация было бы намного проще играть. Идите вы. Дорогие вы, больно. Нифига там оккультистов. Ну, кстати, оккультисты это халявная. По факту экспа. Для начала мне надо все равно разведать, что у них там в отряде. А то даже халявная экспа может однажды укусить за задницу. А люди зашевелились. С полвека прошло, они решили показать. Ребят, мы еще здесь. А, ну, все началось. Мы должны уничтожить их. Или шпиона. И как я от этого должен обороняться? Нет, извините, конечно, но... как? Там чертовы драконы смерти, извиняюсь. Ну ладно, это фигня. Это тоже фигня. Мастер-оккультист. Вот это жесть. Блин, я не смогу их вынести всех за один ход. Не хватит мне силёнок. Не, конечно, если оббафаюсь, я могу это сделать. Это опять требуется дикий оббаф. Там у меня нифига нету. Чувствую силу.
О, ядрить, они летают. Нет, на самом деле самая большая проблема это вот этот чувак. Остальные не являются вообще никакой проблемой. Чувак, его сраный драконолич. Драконолич даже не почувствовал, что я по нему убил. Инициатива, ладно, фиг с ним. Тычку в лицо получил. Ядрить. А что такое сейчас только что было? Не понял. Честно, я ни черта не помню, что сейчас было. Не, ну это бред. Не, я все понимаю, что такое было? А, это... Это талисманы были? Три. Нифига себе. Не ожидал. То есть на талисманами, да? Что мне делать? Теория. Ну, не может быть 300 хп.